Друзья, всем привет! Вы на канале Хадарики, Краснодарский край. Сегодня я хочу прокатиться на велосипеде и показать вам поселок Родники. Домов я вам не покажу, частный сектор, там по улицам я не буду ехать. Я хочу показать, какие организации, что есть, магазинчики, администрацию, все вам это покажу. Поселок Родники граничит с городом Белореченском. Население поселка 5100 и постоянно увеличивается. Очень интенсивно строятся дома, в основном частный сектор, ну и квартиры строят. Все это я вам покажу. Недавно вышел ролик, обзор нашего дома. Опять спрашивают, в какой станице вы купили. Мы купили в поселке Родники Белореченского района. Это поселок, он прямо его земли, поселка это Родниковского поселения, граничат все земли вокруг города. Поехали, сейчас я вам все покажу. Вот с этого места начинается поселок Родники. Сзади меня город Белореченск. Родники от Белореченска разделяет промзона. Там находится хладокомбинат, хлебзавод, ну и другие организации. Магазин «Светофор», вот он недалеко, ну, метров 200 отсюда. И еще железнодорожный вокзал. С Родников на его можно попасть по пешеходному переходу. Все, поехали. Смотрите, буквально отъехал 100 метров от дорожного знака Родники. И вот смотрите, продается такое здание. Сейчас подъедем, посмотрим поближе. Ну, я уже вижу, это была бывшая бильярдная. Написано. Так, красивенькое здание. Когда-то, наверное, пользовалось популярностью в Родниках. Кому интересно, позвоните, узнаете. Ну, это через агентство, видно, он продается. Смотрите, вот раньше был спортивный зал. Сейчас не знаю, почему он закрыт. И написано, продается. Неподалеку аптека, хорошая очень. Мы таблетки здесь покупаем. Цены нормальные, приемлемые для пенсионеров. Вот смотрите, написано направо техосмотр, гостиница «Сильвер» полкилометра и ГБДД. Сейчас мы туда проедем, я вам все покажу. Вот такое интересное название у этой аптеки, смотрите, «Лечена». Рядом магазин «Магнит». Он небольшой, но все нужно есть в нем. Друзья, наверное, не говорил я вам, что поселок Родники находится в красивом месте. Рядом Адыгея, горы кавказские, 20 километров, и вы в лесу собираете грибочки. Кто любит грибы собирать? Очень много термальных источников, где можно подлечить свое здоровье. Горы, Мезмай, Гузарипль. Скоро будет строить горнолыжку, наподобие как Красная Поляна. И в 2024 году будет аэропорт в Майкопе. До Майкопа 17 километров от нас, столица Адыгеи. Мы едем дальше. Рядом с магазином «Магнит» есть магазин «Флагман». Но он раньше был даже, еще «Магнита» не было, но магазин «Флагман» был. Очень большой выбор мяса всякого, и цены доступные. И мы всегда на шашлычок берем в этом магазине мясо. Всегда свежее, вкусное. Вот такой вот красивый дом. Оксиген строит. Очень большие квартиры там. Ехал, вот смотрю, такой магазинчик открылся. Тротуарная плитка и ландшафтные элементы. Вот все здесь выложено на полу, образцы все. Не знаю, вам видно, нет. Но красиво все. Все так сделано.
Год назад этого магазина не было здесь. Кто живет в родниках, вот обращайтесь сюда. Очень большой выбор. С левой стороны ГИБДД. Когда я ставил на учет автомобиль, потому что менял я адрес с Урала на Краснодарский край, я менял номер. По месту прописки должен быть автомобиль. Без очереди полчаса, и все, я получил новые номера. Так, рота ДПС у нас здесь. И прямо отель. Вот, смотрите, отель. Кто хочет приехать. Я знаю, раньше было 1500. Сейчас не знаю, сколько. Где-то рядом находится техникум Белореченский. Сейчас я посмотрю на карте. Я был там, но я забыл, как к нему проехать. Душ круглосуточно в гостинице Сильвер. Вот, друзья, за этим заборчиком Белореченский индустриальный технологический техникум. Там много профессий можно получить. Он находится прямо за ГИБДД, оказывается. Сейчас он закрытый. Учеников нету. Ну, вот, знаете. Можете прямо в интернете Google забить. Белореченский индустриальный технологический техникум. Все узнать. Много очень специальностей. Я уже читал сам. Здесь же недалеко от ГИБДД находится бассейн Волна. Вот вдалеке пивзавод Белореченский. Я уже показывал несколько раз. Но это кто первый раз зашел на наш канал. Много новых подписчиков. Этот обзор в основном для них. Ну, наверное, и стареньким будет интересно посмотреть. Очень хороший бассейн. Много воспитал спортсменов здесь, чемпионов здесь. Здесь один маленький бассейн, другой большой. Я был один раз, а Оля постоянно ходит, занимается. Сейчас заеду на территорию, все покажу вам. Дети уже на каникулы пошли. Играют. Больше их стало на улице уже. Вот сейчас по территории прокачусь. Большая стоянка такая вот. Дети на велосипедах, вон Пауну. Они даже в школу здесь ездят на велосипедах. И в январе месяце. Вот такой прекрасный бассейн в поселке Родники. Все рядом. Ну, от нашего дома можно пешком тихонечко минут 10-12 дойти до бассейна. А на велосипеде 5 минут и здесь. Так приятно ехать. Смотрите, такие чисто южные растения. Солнышко, раз в тенечек. Сегодня у нас на улице 27. Но это я в тени смотрел 27. Если бы я был на Урале, я в 27, мне кажется, даже не выехал на улицу. Там 30 уже, это ой, как тяжко. А здесь 30-35, нормально себя чувствуешь. Ну, конечно, если кому подойдет этот климат. Мне подходит. Мы не жалеем, что переехали. А то вот собираешься каждый год. На море съездить надо. Денег тратить, чтобы... А здесь он сел. 150 километров, и ты в Туапсе. 160 в Джугби, 170 в Лермонтово. Ну а когда есть термальные источники, приедешь 5 бассейнов. Сейчас еще открылся новые там термальные бассейны. Там есть и баньки, и сауны, хамам. Можно, есть закрытый бассейн, есть открытый. И все это с термальной водой.
Сейчас проеду, покажу, где находится администрация. Администрация вот с левой стороны находится. Сейчас я вот заграждение проеду, на ту сторону перееду. Мне надо было раньше повернуть. Ну ладно, прокачу здесь. Сейчас проезжаю, смотрю, здесь ООО «Водопровод». Вот кто слесарь там, сантехники или кто-нибудь там, кто связан с этим делом. Вот вам работа. Прямо в родниках. Сейчас перееду на другую сторону. И поедем в сторону администрации. Переехал на другую сторону. Вот «Магнит» вдалеке. Магазин «Флагман», про который я вам говорил. Здесь же столовая есть при магазине. Едем в администрацию. Там почта у нас, Сбербанк. Вот такая вот аллея. Можешь посидеть, отдохнуть. Везде плакучие ивы. Здесь вот памятник такой участникам Великой Отечественной войны. Вот прямо администрация. Почта России у нас. За администрацией есть библиотека. Вот Сбербанк. Улыбка, стоматолог принимает, зубки лечит. Название такое — «Улыбка». Черешня растет, очень крупная. И вот здесь можно пешком спокойно перейти через путя и очутиться в Белореченске. Раньше машины здесь ездили, но потом закрыли проезд по путям. Хочу вот посмотреть, что это там в саду. Вот это розы какие красивые. Там бордовые, еще желтые. Да, красота. Красивые. Видите, тоже квартиры есть. Но в основном здесь квартиры, они с индивидуальным отоплением, с газом. Котел стоит. У некоторых прямо один котел. Сейчас чисто на свою квартиру. Кто-то один котел ставит на две квартиры. Вот так выезжаю от администрации. И такой вот домик, да, красивый смотрится. Не знаю, камера передает всю красоту этого домика. Смотрите, продается квартира на первом этаже. Прямо напротив этого красивенького дома. Так, улица Промышленная, 5А. Номер телефона 8-918-117-31-12. Кому интересно будет, кто любит жить в квартирах, звоните. Такой тут огородик у них. Цветочки. Дорогие подписчики, хотел включиться возле школы, но как не показать такую красоту? Смотрите, это грецкий орех растет. Как красиво, тенечек. Да, сколько здесь орехов будет. Вон они уже
как с голубиное яйцо висят. Красота. А сверху розы свисают. Сирень, которой много на Урале. Ну, я бы вот здесь не садил сирень. Здесь есть что посадить, кроме сирени. Вот виноград тоже рукой дотянулся и сорвал. Смотрите, сколько вишни на улице. Уже краснеет, уже такая желтенькая. С неделькой уже можно кушать. Ну, у нас тоже черевишня уже поспевает. Уже даже некоторые ели мы, и воробьи ели. Не успеваем мы. Воробьи больше съедают. Ну, решил немножко здесь показать вам улицу перед школой. А, вот этот домик слева. У меня был на видеообзоре, его продавали за 8,5. Все писали, как дорого. А там такой домик, еще баня большая. Ландшафтный дизайн. Вот. Да. 8 соток земли было. Сразу купили. Зато обсуждений было сколько много. Как дорого. Все там обжитой. Заходи, живи. А там банька какая. А здесь стол перед баней. Парилка. Да, там все капитально. Вот наша амбулатория. Или как она еще говорится? ФАП. Амбулатория врача общей практики. Новенькая. Тут же грецкий орех. Сейчас заедем на школьную территорию. 4 дерева ореха грецкого. И с этой стороны еще. Уже закрыто. Проедем, значит, по другой дорожке. Школа построена в 2010 году. Сейчас подъеду поближе. Вот такая вот территория перед школой. Все пострижено. Покошено. Вот такая вот часовенка здесь. И школа. В честь Валентины Толкуновой. Потому что она в молодости жила в Белореченске. И в честь ее назвали. Ну, это двойки отмаливать. Напротив Озон, Вальберис, Яндекс.Маркет. Я сейчас покажу, где квартиры новые строят. Вот видите, забором загорожено. Здесь будут строить квартиры. Но уже начали строительство. Видно Оксиген. Потому что вот эти оксигеновские тоже дома. Трехэтажные. Здесь я не знаю, какие будут строить. Вот эта дорога ведет на трассу Белореченск, Майкоп. Ну или дальше Услабинск, Майкоп. Тоже магазин продуктовый Машенька с левой стороны. Здесь же на въезде в родники есть автосервис, шиномонтаж. Он даже азотом накачает колеса.
и автозапчасти, небольшой магазинчик. Кто слесарь, может вот на работу устроиться или шиномонтаж куда-нибудь. Давайте прокатимся по этой улице. Эту улицу я вам ни разу не показывал. Здесь, мне кажется, все новые дома. Улица Верхняя. Вот смотрите, ночью был дождик и утром. А смотрите, сухо, как будто не было. Здесь грунт такой, он впитывается быстро. Вот. Красивенький домик есть. Ну, в основном новые все. Старенького не видно домика. Вот большой дом. Улица Верхняя. Поселок в основном состоит из приезжих. Местных уже мало что-то здесь. Или местные такие все хорошие, что мы их не замечаем. Они все приветливые. Плохих не встречали мы. Ну, наверное, как себя поведешь, так и к тебе будут относиться. Через поселок Родники протекает вот такая вот речушка, Келермес. Небольшая она. Сейчас я видел черепаху здесь. И то ли ужа, то ли змею, то ли гадюка. Ну, в воде, наверное, уж. Я голову не видел. А черепаха большая прям. Плыла. Но я не успел снять. Вот такая речка. Келермес. Здесь же в Родниках есть вот такой вот магазинчик. Родники называется. Он недалеко от нашего дома. Мы за хлебушком ходим сюда. Вдалеке видны теплицы. Сейчас я до них доеду и покажу. Вот смотрите, столько здесь теплиц много. Вот. Это тепличный комплекс цветков, посадочных материалов. Семена здесь, цветы всякие, как говорят, из Европы. Магазинчик есть. С левой стороны вот там у них магазинчик. Вот за этими туями. Мы здесь землю покупаем. Горшочки я для винограда покупал. Это прям недалеко от нашего дома. Где-то, ну, метров 200. Некоторые люди ходят подрабатывать перед 8 марта, ну, перед праздниками. Вот цветы, букеты делают цветов. Обрезают их, срезают цветы. И можно заработать денежки. Вот здесь вот мебельный цех «Абрикос». Мы заказывали себе кухонный гарнитур под заказ. Потом пришел мастер, собрал его. Тоже кто плотник, столяр там. Мне кажется, есть работа здесь. Ой, вдалеке тучи. Как будто как дождь будет. Сейчас еще вам покажу и буду заканчивать видеосъемку. Вот еще такой есть магазинчик. Прямо у нас здесь. Недалеко от нашего дома.
называется «Кирпичстрой». Все можно купить. А на другой стороне, вон там вдалеке, через поле, но я не поеду, потому что дождик, наверное, будет сейчас. Тоже магазинчик такой, Эльна. Там уже кафель взять, большой ассортимент кафеля, ванны, унитазы, всякие смеси. Все можно купить. Вон там вдалеке, если видно, еще теплицы есть. Там тоже продают растения всякие. Написано «Питомник растений». Он недавно открылся. Ну, ценник там, я скажу, для нас дороговато. И вот рядом здесь же Родники 1, коттеджный поселок. Мы в Родниках живем, а это Родники 1. Вот так он выглядит. Ну все, друзья, экскурсия по Родникам подошла к концу. Все, что я знал, все я вам показал. Только я не съездил на базу Эльну. Это строительная база. Если купите новый дом, там все можно купить. Все стройматериалы. И вот кирпичстрой, к которому я подъезжал. В следующий раз я хочу вам показать, какие водоемы есть здесь рядом. Здесь есть озера. Они зарыблены. И я хочу съездить, показать вам, как там красиво. Но если они будут открыты, потому что если сейчас еще идет икромет, то они будут закрыты. Но я постараюсь показать. И рядом еще у нас протекает река Белая. Ну все, друзья, если было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.